16 декабря 2015 года в центре Международных организаций Российской государственной библиотеки проходит практический семинар по вопросам толерантности по отношению к мигрантам. Библиотеки сегодня – это не только место для хранения книг, но также и коммуникативная площадка, где встречаются представители различных национальностей, вероисповеданий, имеют возможность обсудить актуальные вопросы современности. Один из таких вопросов – это тема миграции. Очень важно, что сегодняшнее мероприятие проходит в преддверии 18 декабря Международного дня мигрантов. Этому дню оно посвящено.